Всем привет! Что интересного о Надоме 2 и за периметром? Влад Дубровский поменял стиль и стал Безусом номер 2. Он все никак не может определиться. Гуляет вот с Наташей, и на выборе симпатий Клава вытолкнула Наташу к нему. Дело идет к созданию пары, это видят все. А ведь она говорила, что никогда с ним не будет. Тигран Салибеков и Юля Белая встретились за периметром и на славу повеселились. А столько было громких слов. Как я понимаю, Тигран маму Наташу на приключения не вдохновил. За Алиной и Иордан ухаживает новенький парень. Иордан спрашивает подписчиков, смотрятся ли они вместе. Клава Безверхова заметила, что между ней и Артемом Грантом снова флирт. Но она уверена, что Грант просто рисуется перед Ариной. Мне кажется, что это все ей назло. Хотя, может быть, можно начать сначала. Он мне нравится. Но чувства прошли. Клава сейчас об отношениях не думает. Она поработала с психологом, и внутри нее словно что-то переключилось. Психолог сказал мне одну фразу: «Детям не нужны подарки, им нужны вы». После этого меня как подменили. Я все свое время теперь отдаю сыну. Вчера на Лобном, после возвращения Артема из больницы, было много грязи. Вот и Иордан рассказывает. Арина на Лобном продолжила лить грязь и наговорила мерзости. Артем нервничал. Она открыто смеялась ему в лицо, когда он говорил о своем плохом самочувствии после операции. Арина упала ниже плинтуса. Я не встречала еще более отвратительных людей. Ну а сегодня Грант летит в Беларусь один. На Лобном он, кстати, показывал выписку из стационара. Доказал, что не симулянт. Санников вот рассказал, что проект покинула Аня Гейн. Она ушла к парню, с которым познакомилась за периметром. Митя, который к ней пришел и привел маму, остался с носом. Вот Катя Горина пытается взять на руки сына Клавы. Безус ее подбадривает. «Давай, Катя, ты сможешь, ты справишься, мы тебя обучим. Как вы думаете, Катя будет хорошей мамой?» А вот Безус уже нянчится с Афиной и рассуждает. «Я все время думаю, рождаются ли дети уже с характером и душой, или душу они обретают в течение жизни, благодаря учению и воспитанию родителей. Развод Горина и Николайчука будет непростым, все дело в кредитах и долгах Артура. Я уже отправила юристу все необходимые документы для иска», – рассказывает Катя. «Завтра мне его пришлют, и я смело смогу идти с ним в суд». На поляну опять приезжала скорая. Они там бывают каждый день. На этот раз увезли Карину Белову. Как вы помните, она хотела лопнуть шарик, упала и ударилась об угол кровати. Рану прижгли, конечно, но потом Карине стало плохо, лоб сильно опух. Наверное, занесла в рану инфекцию. Там ведь антисанитария. Но это будет посерьезнее, чем рука Антона Санникова. Также в аварию попал Артем Фишер. Его временно нет на поляне. Настя Балтер, помните такую, бросила бокс и стала юристом. Работаю, говорит, у судьи и прокурора, личной помощницей. Какой юрист, пишут в комментариях, у тебя в слове «х» три ошибки. Закончил ли вообще школу этот юрист? Очередная мечта исполнилась у Марины Африкантовой. Нет, она не беременна. Марина станет спикером на мероприятии, где соберутся 5000 человек. Я очень волнуюсь. Одно дело вещать у себя в Инстаграм, другое дело на такую большую аудиторию. Майя Купина вот негодует, у нее отобрали квартиру, которую она выиграла на Доме 2, а обещали, что в ней можно будет жить вечно. Она созвонилась с другим победителем, и Менщиков сказал ей, что у него тоже отобрали квартиру. «Это шок, я думала, только у меня забрали. Нам говорили, что это точно бессрочно, можете не париться. А мы вкидывали свои бабки, чтобы голосовать. Просто потеряли деньги, деньги на ветер». Это все новости на данный час. Подписывайтесь, будем сплетничать.